Всем привет! В этом видео о том, как узнать MAC-адрес компьютера или ноутбука, или точнее сетевой карты компьютера или ноутбука, или Wi-Fi адаптера. Первый способ самый простой. Подходит для Windows 7, Windows 8, Windows 10 и для XP, по-моему, тоже. Нажимаем клавиши Windows R на клавиатуре. Windows – это клавиши с эмблемой, которая. И вводим команду msinfo 32. Жмем Enter. Открывается окно сведения о системе. Заходим в компоненты, сеть, адаптер. И смотрим полностью список всех сетевых адаптеров подключенных и их MAC-адреса в том числе здесь доступны. То есть вот у меня в виртуальной машине такой адаптер, его MAC-адрес указан здесь. И соответственно у вас для вашей локальной сетевой карты, для Wi-Fi адаптера здесь будут MAC-адреса. Также MAC-адрес компьютера можно узнать с помощью командной строки. Чтобы запустить командную строку Windows 10, можно кликнуть с правой кнопкой по пуску «Командная строка». Во всех остальных Windows можно найти в стандартных программах, а можно нажать клавиши Windows R и ввести CMD. Вводим KMD и вводим команду getMAC, два параметра и слово «list». И получаем список всех наших сетевых адаптеров с их MAC-адресами. Второй способ узнать то же самое, менее удобный в представлении, ввести команду apconfig и посмотреть для разных сетевых адаптеров их физический адрес. Физический адрес – это и есть MAC-адрес. Единственное, у меня почему-то данные не совпадают, но предполагаю, что это из-за того, что я пользуюсь виртуальной машиной. В общем-то, на этом все. Спасибо за внимание. Удачи!